так побери. Если так играю, что мне смотреть на отца? Без этого нельзя начинать новой игры. Но где же у меня
Вот я готов, да и дарим. Рынок на получение денег тоже отдам. Но теперь подпиши, вот это, да, вот это. Вот вам доверенность, извольте, я готов все сделать. Ну вот и я прогнозай, покажи, как президент. Нет, я хочу. Что ж это, ведь это просто подлость. Нет, это не подлость. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. А так ты, пожалуй, сядешь те, чтобы обыграть нас. Дело известное, садиться с тем, чтобы обыграть, наверное. О, что же, чего вы хотите? Назначьте какие угодно проценты. Я на все готов, я вдвое заплачу вам. Что? Благодна моих процентов. Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты. Дай только нам займи. Ну, так скажите последнее слово. Не хотите играть? Принеси деньги, сейчас станем играть! О, так прощайте же, господа, больше вы меня не встретите на этом свете! Да нет, теперь только еще деньги не в наших руках.